В этом году легендарный музыкальный ансамбль «Дос Мукасан» празднует свое 55-летие. В честь знаменательной даты в музее Алматы прошла выставка, посвященная истории и творчеству музыкантов. Группа «Дос Мукасан» образована в далеком 1967 году и были известны во всем Советском Союзе и даже за его пределами. Они стали народными любимцами. Песни ансамбля завоевали первые места на Всесоюзном фестивале дружбы народов, золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи студентов и не только. В музее представлены сценические костюмы, музыкальные инструменты и другие экспонаты творческого коллектива. В честь этого юбилея акиматом города инициирована эта выставка. Она продлится до конца месяца. Также совсем скоро состоится премьера фильма «Дос Мукасан». Мы работаем на сцене вот уже 55 лет. Это огромный срок. Мы будем и дальше целиком отдавать себя творчеству, чтобы радовать казахстанцев хорошими песнями и прославлять отечественную музыку за рубежом.